Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня для вас хочу приготовить очень вкусный рецепт — маринованные кабачки на зиму в томатном соусе. Итак, смотрим. Для этого рецепта я сорвал с грядки вот такой вот красивый большой кабачок. И из него мы сегодня будем делать наш рецепт. Естественно, мне понадобится также болгарский сладкий перец, помидоры и другие специи, которые я вам покажу в течение этого видео. И как всегда, конкретное количество ингредиентов я укажу под видео в описании, переходите, смотрите. Банки я уже предварительно помыл с хозяйственным мылом и содой, простерилизовал их крышки и инструментами, которыми мы будем пользоваться. Все, перец я уже порезал, помидоры я тоже уже почистил, вырезал плодоножки. И будем все это измельчать блендером, вот в этом стакане. Все, я измельчил помидоры, отправляем в кастрюлю. И сюда же я отправляю перец, тоже измельченный. И отправляем кастрюлю на огонь. Кабачок я уже почистил от кожуры. Вынимаем семена, они нам не нужны. И сейчас я его порежу. Все, я порезал кубиками кабачок. Также почистил чеснок и тоже измельчу блендером. Из зелени я буду использовать укроп и кинзу. Их я измельчу ножом. Все у меня закипело. Добавил я сюда уже соль и сахар. Добавляем специи. Это лавровый лист и перец черный горошком и душистый перец горошком. И теперь сюда отправляем кабачки. Хорошенько перемешиваем и на сильном огне доводим до кипения. Все, кабачки у меня закипели, теперь я сюда добавляю зелень, все перемешиваю. И сюда же я добавляю острый перец. Убавляем газ и варим 30-40 минут, по готовности кабачка смотрим. Прошло у меня ровно 35 минут, теперь я сюда добавляю чеснок. 5 минут даю ему покипеть, этому блюду нашему. 5 минут прошло, теперь я добавляю десертную ложку уксуса. Убираем лавровый лист, перемешиваю все, выключаю газ и начинаем разливать по банкам. И вот, друзья мои, подходим мы к финалу. Разливаем наши кабачки маринованные на зиму по банкам. Полные делаем, накрываем крышкой, закатываем. И вот наш результат на столе. Вот столько у меня получилось кабачков. Очень вкусные кабачки получаются по этому рецепту. Всем рекомендую этот рецепт. Теперь нам осталось их перевернуть, укутать ровно на 4 часа, не более. Я так всегда делаю. И потом отправляем в погреб, зимой достаем и наслаждаемся очень вкусными кабачками. Ну а кому понравился мой ролик, как всегда, ставим палец вверх, подписываемся на мой канал. А вы не расходитесь пока, я ненадолго. Всем пока-пока!